Если бы, как в стародавние времена, закоренелых преступников метили клеймом, отрезали ухо, то никакие нововведения моды не помогли бы им раствориться в толпе. Да и рисковать внешностью, получая печать на все времена, соблазн не из лучших. Цивилизация в меру научила нас гуманности, но, отвергая Каинову печать на теле, не извела ее в душу. И все изощреннее методы преступлений, хитрее, коварнее. Но если совершенствуются способы прятать следы, то не отстает и наука их розыска. Экспертно-криминалистической службе органов внутренних дел исполнило 75 лет. Это одна из старейших служб органов внутренних дел, одна из важнейших, которая наряду с оперативными работниками, наряду со следователями, непосредственно участвует в раскрытии и расследовании преступлений. Ну, истоки или история образования службы как системы органов внутренних дел берет свое начало с 1919 года, когда 1 марта 1919 года в составе Центра розыска Наркомата внутренних дел Российской Федерации был образован кабинет судебной экспертизы. Но, пожалуй, первое, что оставляет трагические следы – оружие, традиционный источник насилия, который по нынешним временам превратился в мутный поток, давно прорвавший барьеры таможень, проходных оружейных заводов, армейских постов и, по сути, нормального страха перед уголовным кодексом. Пуля гильзотека МВД для эксперта-баллиста, что архив для историка. Десятки тысяч дел, начало которых в следах бойка, выбрасывателя, в царапинах на пуле и многом другом, что составляет вместе уникальный почерк оружия. Поиск хозяев оружия, как и доказательство их вины, изматывающий бесконечный марафон контрольных отстрелов, сравнений, словом, обыденный труд криминалиста, непопулярный в щекочущих нервы сюжетах для детективов. Вся погоня 2 метра от ствола к пулеулавливателю и миллиметры под микроскопом. Но без баллистической экспертизы ни суд, ни следствие не продвинутся ни на шаг. Ежегодно мы делаем порядка 600-700 тысяч экспертиз, примерно такое же количество исследований. Проводим практически около 1 000 000 осмотров места происшествий. То есть наши специалисты на местах непосредственно выезжают практически на каждое серьезное преступление, изымая соответствующие следы, которые используются в дальнейшем как доказательство по делу. Кроме того, в органах внутренних дел, вот в наших криминалистических подразделениях, ведутся различного рода криминалистические учеты следов пальцев рук с нераскрытых мест преступлений, следов подошв обуви, транспортных средств, микрочастиц и так далее. В настоящее время трудится в нашей службе несколько тысяч квалифицированных сотрудников. Это специалисты разных направлений. Как мы говорим, это и традиционные специалисты, которые занимаются вопросами дактилоскопии, трассологии, исследования холодного оружия, почерка, исследования документов. Это такие традиционные направления, которые создавались десятками лет. Так и за последние годы, значит, 15-20 лет, очень мощное развитие в службе получили достижения естественных наук. Это сейчас криминалистическая экспертиза, отдельная отрасль, отточенная опытом, слаженный организм, а поначалу жизнь заставляла просить персонально лучшие умы эпохи помочь. В становлении отечественной баллистики памятен опыт профессора медико-хирургической академии Николая Ивановича Пирогова. О таком сложнейшем деле, как восстановление облика человека по черепу, нынешняя школа опирается на теорию Герасимова, который не стеснялся после успешной работы, давшей нам портреты Юрия Долгорукова, Ярослава Мудрого, Тимура, помогать в поиске исчезнувших простых смертных, чьи останки не могли опознать даже родные. И сейчас его ученики-криминалисты не только возвращают миру имена, судьбы, но сугубо научной, кабинетной работой тянут нить тяжких давних преступлений из небытия к свету. И глядя на все, почему-то не гамлетовский Йорик приходит на ум, а скорее библейское, чтобы воздалось за грехи душегубу, хоть и с изрядной отсрочкой, но непременно на этом свете. Говорят, профессиональная привычка криминалистов притупляет трепетность многих человеческих чувств.
Мол, постоянно иметь дело с последствиями смерти вредно для души. А вы думаете, циниками это надо стать? Мне кажется, это вот или дано, или не дано. Когда мне присылают благодарственное письмо и говорят, что благодаря вашей экспертизе наказан преступник и приговор приведен в исполнение, у меня... Ну, мне нехорошо. Вот я не знаю, почему. Но мне нехорошо. Наверное, потому что, ну, вообще человеку, понимаете, вот внутренне где-то человеку, как именно человеку, не свойственно убивать себе подобных. Микроследы, микрочастицы – для нас это пыль времени, которую не замечаем. Для криминалиста – предмет основной работы, как мельчайший осколок зеркала, которое сохранило в себе картину трагедии преступления. И порой от найденного на снегу волоска, который привлек внимание вот в данном случае, потянется долгий поиск, возможно, и по пути к успеху. Волос по строению как черепица, одна клетка к другой. Тот же принцип работы. Мелочь за мелочью. Трудно, но тщательность, дотошность и вечное стремление не упустить детали – это тоже почерк профессионала. Причем, как бы ни был устроен, или что чаще не устроен твой личный, почти армейский быт. Минута ожиданий, затишье, горячий чай и снова группа на выезд. Работа должна быть, вот человек должен быть четко, быстро и организованно. Вот это как четко, быстро организовано. У меня вот есть свои определенные тесты, я когда принимаю. Если это женщина, я так исподволь спрашиваю, что она умеет делать по дому. Шьет, вяжет, там вот как она управляется. Потому что руки должны, вот знаете, вот если руки умеют делать хорошую тонкую работу, то они будут делать и экспертизу. В Калуге те же будни, что и в Москве. Дерзкое ограбление. Видимо, в избытке чувств напирали на сейф, не стесняясь побеспокоить округу. И пока предварительные версии рождаются в головах следственной группы, криминалист на самой черной работе, за семерых. Белый халат, перчатки из прачечной – это дома, в лаборатории. На выезде больше в присядку, в пыли, в саже, как кочегар. Или на стойком российском морозце. На ладони подышишь, потопчешься вокруг вероятной улики, пока вот гипс пропитает след очередного мерзавца. Не он сам, так подошва расскажет. О, ну-ка, видишь, что снегом насыпало? Так, привет. Все можно заставить заговорить. Отпечатки пальцев на ножах и бутылках. В лазерном свете можно даже заглянуть под поверхностный слой. Традиционно самое верное средство – найти пальчики. Со времен первого, в 1912 году, дактилоскопического исследования в России техника многому научила. Но вот сермяжный труд глаз и памяти, увы, незаменим. И хотя криминалистический центр в Калуге по оснащению может из лучших, главная его гордость все же – люди. Вы жертвовали когда-нибудь чем-то личным вот ради профессии? Часто. А чем это объясняет? Ну, может быть, еще потому, что, как сказать, люди старой закалки, раз это должно, значит, то, что должно, это должно быть в первую очередь. А все остальное уже подождет. У меня был случай один, мы исследовали вещи девочки, которая была убита, зверски убита, там, с осложнениями, с извращениями, детский труп в поезде. И вот когда мне привезли вещи ребенка, когда маечка, трусики, понимаете, вот это как у куклы, это все изъято. Это было страшно. Мне даже не страшно было работать. Вот до сих пор даже мне тяжело. Приходилось смотреть микроскоп. Мы искали волокна от одежды, которая соприкасалась с этой одеждой. Это очень тяжело. Тяжело. О групповой принадлежности крови человечество узнало в 1907 году. Теперь более тонкий анализ позволяет абсолютно точно и безошибочно определить, чья это кровь, даже если будет найдено пятнышко, меньше капли. Знаете, очень много у меня вообще учеников очень много за это время было. Были очень хорошие химики, а экспертами и химиками стали не все. Вот почему, трудно сказать.
Во-первых, все-таки человек должен быть эрудирован. Не просто химик, а у него более широкие познания должны быть. Во-вторых, он должен абстрактно мыслить. Потому что моделировать ситуацию вообще... Понимаете, особенно вот, когда работаешь с микрообъектами. А как они туда попали? Как они... Ну, как вот, может быть, случайно, может быть... Ну, это очень сложно. Вот. Этому тоже, этому не научить. Это приходит с опытом, но если человек хочет этот опыт приобретать. Микрочастицы одежды, ткани... Фанатизм или нет, пусть спорят другие, но калужские криминалисты регулярно обходят склады, фабрики, чтобы собрать уникальную коллекцию наиболее типичных тканей, веществ. На этот альбом ушли годы, зато время поиска при случае экономишь в десятки раз. Ни министерское поручение, ни приказ заставы. Одно из памятных дел – убийство трех монахов Оптиной пустыни. Поистине дьявольский почерк с цифрами на ноже и обрезе – три шестерки, знак нечистой силы, знак сатаны. Криминалисты предоставили тогда суду полный набор неопровержимых улик. Сейчас подойдет судебно-медицинский эксперт, и он нам более подробно. Вместе. Длина ножа 63,5 сантиметра, длина лезвия 40 сантиметров. Ну а лучшая награда не ордена, которые на этой службе неслыханная редкость, а доброе слово коллег. Нож. Эти люди действительно настолько талантливы, что они просто делают чудеса в производстве экспертиз. Вот взять того же дело Аверина. Они обнаружили отпечатки пальца преступника на обмотке изоленты, которая была обмотана, рукоятка тесака, вот, которым были убиты монахи, изнутри, то есть вот где сама клейка. Представляете, это настолько вот уникальная экспертиза, вытянуть вот из этого пальцы, отпечатки, следы пальцев преступника. Ну, я была даже сама потрясена этими вот результатами. Да, я не знаю даже. А взять эксперт у них Дима Осипов. Понимаете, он талантлив не как даже эксперт, а он талантлив как художник. Если вы видели, какие он делает уникальные фотороботы. Это со слов, когда у нас есть свидетель там, или потерпевший, и она описывает преступника. И он с ее слов рисует фоторобот. Вот я не знаю, показывали ли вам фоторобот того же опять-таки Аверина. Вы посмотрите, но это... Настолько было здорово сделано, что когда мы допрашивали свидетельницы, она им давали показания, в общем-то, уже бабушка и дедушка, и в таком преклонном возрасте. И когда Дмитрий нарисовал этот портрет, предполагаемый нами еще тогда преступника, они поразились. Деточка, да это же вылитый он, а? Ну вылитый он. И действительно, после, когда вот мы нашли уже его паспорт, там документы, это было, я не знаю, тоже великим чудом. Я смотрю на листочек, как вы определили лицо преступника по описанию людей. Ну вот это что, это случайность? Или в этом есть какая-то закономерность? Знаете, все-таки? Здесь заслуга еще очевидца очень большая. Я и моделирую, использую как компьютерную технику, как рисование. Также и фотоизображение использую, полипроектор. Но основное – это контакт между работником-криминалистом и очевидцем. Это самое первоочередное. Фоторобот на Петровке в Москве. Сюда приходят сразу после пережитых мучений. Он сразу отвлек внимание пистолетом. А второй подошел, ему по вот здесь вот чем-то ударил. Вот таким, что он... Потому что у меня такое... И он сознание потерял и упал сразу. Задача проста – помочь следствию в составлении портрета преступника. Требуется, конечно, высокое, почти художественное мастерство в обращении с техникой, компьютером, но еще тут работа с повышенным чувством такта. Видеть преступника для пострадавшего – это одно, а вспомнить, описать – значит переступить через страх, пережить вновь злополучный день, час, минуту. Для этого необходим рядом не человек с солдафон, а чуткий, соболезнующий, мягкий. Потемнее только, наверное, возьмет глаза, да? Сегодня отнюдь нелегко убедить человека, что ты ему и другим
по долгу службы обязан и хочешь помочь. Уровень развития криминалистики в России, и это можно сказать без особой натяжки, находится на или соответствует уровню развития мировой криминалистики. Значит, каждый год мы принимаем десятки делегаций наших коллег из различных стран мира. Это вот только за последний год у нас побывали практически все делегации из европейских стран, наших коллег из Соединенных Штатов Америки, из Китая. И уровню развития, уровню работы службы дается самая высокая оценка. Одним из таких примеров, который свидетельствует о том, что служба имеет хороший научный и технический потенциал, явилось проведение в этом году в Москве международного криминалистического симпозиума, на котором присутствовали ведущие ученые как Российской Федерации, как стран Содружества нашего, бывших республик Советского Союза, так и целый ряд представителей наших коллег-специалистов из США, Венгрии, Австрии, Латвии, Литвы и других стран. А вы готовились, что я говорю? Через полчаса подходите к первому вагону, метро Домодедовская, в сторону центра. А тут, в лаборатории фоноскопии, коллекция иных голосов, иных воспоминаний. Оперативная запись угроз, вымогательств, шантажа. Алло, слушаю. Готов. Да-да-да. Готово все, что дальше? Донеси, а сын должен... Сын там будет в этот момент? Сын будет потом. Сын должен быть, откуда я знаю, может, вы шутники какие? Вы что, ребят? Может, вы шутники с улицы звоните мне, не пойми чего, деньги заберете, и все, сын где? Где у меня гарантия? Сына вижу, отдаю деньги. Ребят, нормальный бизнес. Вижу сына, отдаю деньги. Завтра вы подсугали. Давай. Голос тоже казались не пустых фантазий, а вполне пригодного для установления личности звукового материала. Раскладывая по полочкам оттенки, акценты, дефекты, темперамент, эти люди с музыкальным слухом и техническим складом ума дают следствию суду неоспоримые доказательства вины или невиновности. А пресловутый платок на трубке, намеренное искажение голоса, становится не больше, чем сложным, но вполне разрешимым ребусом. Один из самых распространенных на Западе преступных промыслов – изготовление фальшивых купюр. Постепенно мировой опыт просачивается и к нам. То там, то здесь выныривают миллионами фальшивок. Из пятитысячных рисуются 50-тысячные. Пьяные доллары, деньзнаки с покорёженными портретами президентов в России тоже в ходу. Иногда после рабочего дня специалистам тут трудно руки отмыть. Сильно линяют лживые доллары, марки, рубли. Впрочем, встречаются и крепкие орешки, типографские или сотворенные на высококачественных цветных принтерах, лазерных ксероксах. И если раньше ловили умельцев по одному в год, теперь десятками. Чаще всего подделки подвергаются... Полной подделке подвергаются водительские удостоверения. Несмотря на то, что в настоящее время Гознак выпустил водительские удостоверения нового образца с многоцветной защитной сеткой, подделывают и их тоже. Особенно активно подделывают, конечно, деньги в нашей стране. И из-за рубежа к нам поступает поддельная валюта иностранных государств. В нашей стране, конечно, подделывают валюту иностранных государств значительно меньше. Как правило, подделкой занимаются отдельные лица или небольшие группы, поскольку чем больше группа, тем, естественно, быстрее она провалится, быстрее может быть изобличена. Хотя, тем не менее, в практике известны случаи, когда даже иные типографии целиком и полностью специализировались на подделке. За рубежом наибольшее число подделок производится в Польше, Италии, Турции, Чехии, Голландии, Венгрии. Напоминает о себе Ближний Восток. У нас отличаются Москва, Санкт-Петербург, Калининград, портовые города Приморья. Есть случаи даже кооперации российской и итальянской мафии. Мир защищается по-разному. В Японии в новых моделях ксерокса Canon закладывается в память специальной программы, которая исключает возможность копирования банкнот. Мы защищаемся дешевле. В основном статьей Уголовного кодекса, где наказание за подобный нелегальный промысел от 3 до 15 лет с конфискацией. Ну а то, что деньги не пахнут, тоже неверно, увы. Летучие метаболиты – это про нас, про людей.
Это, собственно, означает запах, который мы распространяем. Как известно, распространяем в любых условиях. За сутки, между прочим, до 100 кубических сантиметров. Адрологические следы весьма успешно консервируются и хранятся. И не удивляйтесь, хранятся десятки лет. Судебно-адрологическая экспертиза уже традиционно твердое доказательство. Причем уникальные свойства крови. Засыхая, она как бы консервирует свой запах. Через годы можно точно установить, чья кровь, сравнить с оригиналом, если потребуется. А главный, скажем так, инструмент доказательства – собаки. Причем особенно ценные четвероногие эксперты – беспородные лайки и, как принято говорить, дворняжки. Ведь выведение породы – это усечение от общей нормы. Развитие одних качеств за счет других. В криминалистике и тут как бы срабатывает закон. Предпочтение отдается универсалу. Лучший в стране питомник в самом центре Москвы. И, пожалуй, лучший кинолог в этой профессии тоже здесь, на пятачке земли, зажатом старыми каменными дворами. Сама полицейская служба немецкой овчарки, она была приурочена к концу прошлого века. Ну, тут каких-то, может быть, 10-20 лет, это же ничто, чтобы развиваться этой службе. Вот. Тем не менее, она уже нашла место и в России. В органах внутренних дел, в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации существует 3 учебных заведения. Это 2 высших учебных заведения, 1 среднее учебное заведение, которое готовит специалистов для нашей службы. Также имеется целая такая, скажем так, стройная система, отработанная уже десятками лет у нас существует, переподготовки наших экспертных кадров как в крупных наших базовых подразделениях, так и непосредственно в центре. Вот здесь, в экспертно-клиническом центре, в его лабораториях, в его подразделениях ежегодно повышают свою квалификацию несколько сот специалистов разных направлений нашей службы. В их службе как в жизни. Черное чередуется с белым. Микрочастицы удачи, микроследы трагедии. А вся судьба – криминалистика. Искусство по науке обличать зло. И когда думаешь о будущем этой вечной профессии, вспоминаются лица совсем юных курсантов. Дорог в жизни много, а они выбирают отнюдь не самую легкую.